Сегодня есть повод изменить отношение к себе. 7 апреля – Всемирный день здоровья. Отмечается он еще с 1950 года. Во многих странах проходят праздничные мероприятия, цель которых – напомнить людям о том, как много значит здоровье. В это же время медицинское сообщество обсуждает, как решить проблемы здравоохранения. Ежегодно выбирается одно направление. Тема 2014 года – трансмиссивные болезни. Заболевания, которые распространяют такие переносчики инфекции, как комары, москиты, клопы и клещи.